Здравствуйте, мы семья с Херсонской области. 24 февраля, когда началась война, рано утром нас разбудили взрывы. Муж быстрее встал. Я сначала не услышала, так как у меня маленькие дети, и я устала. Я легла спать и очень крепко уснула. И меня разбудил муж и сказал: «Вставай, началась война». Я сначала не поверила, я думала, это какая-то шутка. А оказалось, что нет. Очень сильно испугались дети. Мы быстро вскочили с кроватей. Я быстренько одевала детей. Мы прятались в комнате, в которой, ну, закрываются все двери. И многочисленные были взрывы, бомбежки. И так мы жили 2-3 месяца в страхе, в оккупации. Наш генический район, Новоалексеевка, очень было страшно там жить. В итоге мы решили с мужем вывести детей на подконтрольную территорию Украины, чтобы было безопасно. У меня есть дочка Айлин, ей 2 годика, и сыночек, ему 4 годика, его зовут Эмин. Мы уехали в Днепро. Здесь спокойнее, здесь Украина, как говорится. Здесь всегда мы рады всем. А детки получили очень сильный психологический стресс и нуждаются, конечно, в помощи специалистов, чтобы, ну, убирать этот стресс. Малыш по ночам просыпается и плачет, ну, испуганный. Когда сирена начинает играть, он просыпается и бывает, что плачет. Это последствия войны. Сейчас у нас съемное жилье и коммунальные услуги. Нам нечем платить. Мы очень просим вас помочь нам. Мы будем очень благодарны. Сейчас, в данный момент, Херсонская область до сих пор находится под оккупацией. А мы здесь. Связь с родителями кое-как поддерживаем через Viber.